Комплексный ремонт улицы Ленинской проходит в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Ремонтируют не только проезжую часть, но и тротуары. Для того, чтобы поддержать эстетику обновленной улицы, асфальтовое покрытие пешеходной зоны заменили на плиточное, в том числе на участке от Некрасовской до Льва Толстого. Смотрится, во-первых, красивее. Вот. И ходить по нему приятнее гораздо, на мой взгляд. Помимо обновления 2000 квадратных метров тротуарного покрытия на этом участке, в рамках комплексного ремонта произвели замену люков, смотровых и дождеприемных колодцев, установили дорожные тротуарные камни, также устроили дополнительные парковочные карманы. По всей улице Ленинской на данный момент работы выполнены на 90%. От Полевой до Венска выполнен комплексный ремонт, устройство тротуаров, газонов, естественно, ремонт дороги. Остался только вот этот квартал, который закончат. В конце октября. Новое плиточное покрытие пешеходного тротуара уже успели оценить жители ближайших домов и поделились своим мнением со съемочной группой. Красиво. Хотелось бы еще, чтобы были деревья и зелень была. Комплексный ремонт улицы Ленинской сейчас на финальном этапе. В планах у подрядной организации до конца октября закончить ремонт пешеходной зоны и уложить финальный слой асфальтобетонного покрытия на въездах, примыканиях, парковочных местах. Никита Колосов, Григорий Пешаков, «События».